несколько ящиков фирмы Blocker. Больших, маленьких. Сейчас покажу, какого они размера и что в них внутри есть. Ящик 16 дюймов. Вот любой инструмент. Просто пустой. Наполнение. Ничего в нем нет. Размеры примерно 35 на 25. Глубина секции где-то 7,5, то есть сантиметров 15. Глубина секции. Очень мягкий пластик, такой, ну, дешевый, но надежный, легкий, прикольный. То же самое, только еще вот с таким вот ящиком для мелочевки. Соответственно, у него размеры будут такие же. Внутренняя секция у него будет 3 сантиметра. Здесь 7, то есть сантиметров 10 глубина. Не до конца закрывается, щель остается. Такой вот он. Внутренний ящик. Органайзер. О, прикольно. Можно сверла с двух сторон. Или отверточки маленькие. Но, скорее всего, сверла будет закреплять. И всякие винтики. Но тут совсем мало. Какие-то запасные расходники. Такое оно. Не знаю. Ненужная, наверное, вещь. Взял его, потому что он просто был по скидке и дешевле, чем вот тот. Вот ящик 22,5, вот размеры указаны. Сейчас еще раз померим. Есть у него отсеки под всякую мелочевку. Этот отсек, наверное, под уровень будет. Ну, да, сюда войдет уровень Кокровский. Отлично. Жестковато все. Ручка отлично. Она не фиксируется, падает, это очень удобно. Таких маленьких фигуринках, то есть, соответственно, много не погрузишь. Сюда можно вешать навесной замок. Здесь у нас большой лоток, такую мелочевку. В принципе, много сюда поместится. Мелочевка. Сам ящик. Глубокий, большой пластик. Мягкий, эластичный. Внутренние размеры 52, наверное, на где-то 25, и глубина у него, если без лотка, то, наверное, сантиметров 25 сюда влезет. В принципе, прикольный ящик. Написано, что он держит 60 кг. Самый здоровый ящик. Здесь подбиты, сделано. Ручка также не фиксируется. Вот такие вот ячейки. Фиг их отсюда вытащишь. Короче, не пойму. Вот, выдвигаются. Размеры вот такие, тоже 60 кг написано. О, у этого очень мягкая крышка. Да, выдерживает 100. Но крышка у него за счет объема он больше. А вот этот вот покомпактнее, он более жесткий. Вот этот пообъемнее, у него более мягкая крышка. Да, соответственно, тоже все защелки, все фигня. Тоже можно замочек повесить. Объемный. В принципе, сюда много влезет.
пластик более жесткий, чем предыдущего ящика, более грубый. Соответственно, он, мне кажется, быстрее сломается. Внутренний размер 57 поверху, он сужается к низу. Здесь тоже 25 сужается к низу. И высота без лотка 26, и плюс под крышку. А, ну крышка здесь вплотную. Здесь вплотную крышка. То есть высота у них 25-26. По длине вот этот побольше. Ну и попроще. По качеству материала. Вот. Ну, в принципе, вот этот вот такой он. Их друг на другу можно ставить, вот такие ящики. Его более с мягким пластиком. Более эластичным. И по цене он. Они в районе 1000 стоят оба. То есть, в принципе, на будущее вот такие можно брать. Такие вот ничего. Если сюда, конечно, большую болгарку не засовывать, укладывать, то все хватит.